Победительницы спартакиады учащихся Ольга Сорокина и Ксения Добижа выиграли чемпионат Москвы по пляжному волейболу, который прошел в Серебряном бору. В финале самым юным участницам этих соревнований, спортсменкам всего 15 лет, потребовалось чуть менее часа, чтобы расправиться с более опытным дуэтом Александрой Химцовой и Екатериной Графоновой. В итоге молодость победила со счетом 2-0. Бронзовые награды завоевали Анна Денисова и Ирина Свиридова, одолевшие в трех сетах Нину Новикову и Анастасию Колесникову.